Значит, господин Дудник, подготовьте, пожалуйста, проект постановления исполкома и документы все необходимые, чтобы квитанции на оплату с будущего года 2014 года, квитанции на оплату РЭС и Молдова-Газ, чтобы они были на понятном для нас языке, не только на одном языке. Ясно? Потому что люди мне звонят и жалуются. Ничего не могут разобрать. Бабушке 60 лет, она молдавского языка не знает. И вопрос непростой, между прочим. Это люди мне звонят, в том числе из Щедролунского района. Ничего не могут разобраться. За что плачу? Что там написано? Есть закон о функционировании закона на территории автономии. Будьте добры, заранее подготовьте письма, постановление исполкома, которое обязывает их с 1 января это сделать. Не выполнят, судебные иски будут. По всем службам. То есть тут комплексно получается. Я дал только по двум указаниям. Но, Николай Макарович, возьмите, скоординируйте все. Налоговые, платежи, все должны быть на доступном, понятных языках. Хочет на гагаузском получить, он должен получить на гагаузском. Хочет получить на русском, на тебе на русском. Мы должны обеспечить человеку, и никаких там дополнительных затрат нет. Они и так там загнали эти тарифы так, что космические стали.